Тёмкой живем вместе. Посмотрите, как ему облагородило. Пока, короче, мы заходили в отель, ваза разбилась, ту, которую я подперла. Красная ваза. Тёмка пока заметал. Сквозняком. Сквозняком. Я ему расправила кровать, вот подушки, вот одеяло, вот здесь вот полотенце. Здесь все. Тапочки. Один человек, один комплект, да? Прокладки. Очень нужно. Вот, Тёмка здесь, я там, как королева. Инна Султан. Нормально? Что плохого? Все, да, все. Чай. Что ты отказываешься? Не, ну мы все еще выложим. Да, мы потом все заберем еще. Я как сувенир иногда забираю. Тут вам, да, вот такие наборчики. Да. Там щетка зубная. Угу. Даже сахар есть. Да. Вот. Все. Ложимся спать. Время много. Кукусики? Давай. Ну, мусор там. Какой там не мусор, там салфетки. Или подкладки. Это в душ. Это в душ, да. Это в душ. Мыться и спать, ложиться. Да. Маленькие полотенечки. Ну, маленькие, потому что это для лица, там большое банное, это для ног. Там есть полотенце. Куда ты, блядь, по десятому кругу? Туалет было тепло. Тут тепло, блядь, Артём, тут душно. Тут как в аду. Зеркало, это еще не горит. Артём, горит, это вот так вот. Блогерская. Ну, типа так. Видишь, как это? Блогерская, да, с подсветкой. Макияж делать. Ну, наверное, да. Камень. Хочешь, сделай. Что тут у тебя? Кто же тапки привез? Ну, на общую ночь положу. Просто. Конечно, конечно. Там все чисто. С тобой как родственник. Да, ой, блядь, лифчик тут мой. Да? Конечно, ой. Тёма. Че, какие могут быть разговоры? Ну чё? Как тебе у меня? Заебись, да? Посмотри, он в синих тапках. Это те самые. Я вижу, ты ни хвала не ходил на пляжу. Ну, я взял с собой одноразовый на всякий случай. Тут есть у тебя. Это тряпочка. А, вот такая тряпочка. Это не прокладка, это мать. Салфетка, да? Да. Инночка приютила. Ну а что? Бедолагу. Почему бедолагу? Ну сейчас же напишут. Тебе какая разница, что пишут, Артём? Ну что, вообще купка? Закрой, пожалуйста, двери, чтобы к нам мужики вот эти вот, которые там выгружали сумки. Так, ну, и черная. Черную повернул? Да, полностью. Вот. Вот этого черный. Да, все. Ну вот, ладно. Сегодня, вот, видимо, это они ко мне и ломились. Ты снимал как все? Нет. Ничего. Я спала. Артем, это было сквозь сон. Я уже просто офигела. Ну, полный концерт, да? Да, это вчера был это полный концерт. И причем, знаешь, я сплю, и я слышу, что, знаешь, четыре циферки набрали, и Enter, я прям слышу, и двери вот так вот, прям за ручку. Я думаю, себе, блядь, еще этого не хватало. Кто это? Как будто это, да, в каком фильме, блядь. Да вообще. Ну, вчера был просто, знаете, апогей. Вот я прилетела... Утро у меня сложилось очень хорошо, перелет очень хороший, Виталик встретил, все. И вот как я села в машину к Виталику,
Просто начался какой-то пиздец. Просто вот вообще просто. Нецталик улыбается, добрый вообще пиздец не от него, чтобы вы понимали. А просто пиздец полный. В общем, мне кажется, вот эти лежащие подушки убрать, потому что они место забирают. Конечно. Небо раскинуться, убери их вон туда на пол, либо вон на табуретке. Я пошла в душ. Спать будем. Ты кино ваш ключик. Да, ты кино. Я сейчас скажу Wi-Fi. И у тебя вот телевизор есть, только там каналов нет, Артём. А у тебя нет телевизора? Нету. Тут какая-то шляпа, короче. Блять, где начало ты этого под одеяльник? Я не знаю. Ты как застелил? У меня был застелен. Вот. У меня было застелено. Не, ну все, конечно, похоже, молодцы. Ну конечно. Ты пока не говорил название, да? Нет. А я не буду говорить, ничего, мне скидку какую-то предоставили или что тут? Да. А ты им говорил, что ты блогер? Нет, и даже не собиралась. Виталик бронировал. Ну да, вы экстренно делали. Экстренно. Экстренно, потому что у меня не экстренно, а была бы... Я бы в болоте поселилась, которое ты мне забронировал. Ну, блядь, брать самое выгодное. И выгодное, и что-то... Да. Ну, она по всем этим, но просто на самом деле, я не знаю, почему так получилось. Тебе просто ну, какой-то номер ну, достался. Просто. Издевайтесь, мы завтра позвоним, разъебем еще шарашкин контроль. Да, потому что по-другому никак. Как так можно? А если будут оплатить, да, заранее, представляешь? Да. Нет, не представляю. Потом разбирайся с ними. Птенчики проснулись. А что на тумбочку? Давай складывай. У меня там тоже прибрано тут. Все. Чистота. Давай складывай. А что я тут сделал? Шкаф, блядь. А, в шкаф. Ну, такой, а в шкаф такой, не хотела. Прибирать. Стопай, я сейчас открою. Смотри, сколько полок. Ну по одной, блядь, Артём. Все вместе не положишь. Видишь, сколько ячеек? В каждую одну. Смотри, она. Ну, разум учтый. Ну, конечно. Я уже сходила в душ, умылась, подмылась, личико кремиком намазала детским. Хожу в трусах. А чё мне? А Тёмка тоже. Мы сейчас пойдем в магазин в Пятёру. Жрать? Да. А мы ждем Забинкову. У нас кофе есть. А чё, Тёмка уже все собрал. Все собрал, типа. Открыли на проветривание. Давай, пододевайся. Оставим окно. Кстати, я вчера разбила вазу. Мы заходили, и дверь сквозняком была, окно было сквозняком, и ваза красная упала и разбилась. Ну, не знаю. Депозит возьмут в Светальке. Но надеюсь, что не заметят. Надеемся. Это лицо. Это влажное лицо, крем. Сейчас промокну. И только что из душа вышла. Кожа сохнет вообще жутко, жутчайшим образом сохнет кожа, и по-другому тут никак. Вот именно детский крем, вот прям очень даже хорошо. Да, для 40-летней тети, да. Это эти, сваты. Это сваты. А Тёмка так и не мог разобраться, как у него включается телевизор в его апартаментах. Пульт. Оказался не два у тебя пульта, блядь, а один. Я, знаешь, что думала, Netflix, ты там видишь Netflix написано? Ну да, ОКО. Я подумала, что это просто от приставки от модной какой-нибудь. Я тоже. Да. А еще около и тот пульт. В итоге там у тебя включилось, я смотрю, что ты здесь работает, и я догадался, что это пульт отсюда. Ну все, мы пошли в магаз. В Пятёру, тут недалеко, сами понимаете. Боже, сегодня на 5-6 градусов холоднее. Тёмка, налей-ка мне стаканчик воды. Дай-ка я оздоровлюсь. Это под коктейль бокал. Что это? Что ты к чему говоришь сейчас? Это хайбл называется. Да? Ладно. И что будем делать? Сегодня сделаем? Под виски это рокс, а это хайбл. Это так название, да? Видишь, какой ты умный. Благоразумный. Не зря работал же. Боже. Вот, да что, длиннищий. Да.
Только винище не продается в пятерке. Вообще бесполезный магазин. Но с утра нужно выпить водички. Нужно даже. Тёмка, ты сам-то пил воду? Я и вечером пила. А ты тоже целую воду выпил? Ну, я вчера половину больше выпил сегодня. Да, я тоже. Надо воду, конечно. Обязательно. Я этот псых. А, псыш. Этот псыш практически выпила весь. Блять. Так, здесь у меня окно открыто. Все. Духаришься? Конечно, у тебя же не ручная кладь. Как бы рабу, да, помните, тут освещение? А еще знаешь, как можно же вот тут вот? Ой, подожди. Светлее не становится от этого. Здесь ничего на... А, подожди. Ничего? Ничего, просто выключайте. Тут есть свет, я не знаю. Включается. По сути, смотри, выключатель, это же он должен быть. Сколько время? 10 часов утра? Половина одиннадцатого. Проснулись, тентики. Я 8 утра встал. А я 9 с чем-то. Ну, часик попозже. 9:15. Я даже с собой ложку взял. Какую? Кушать? Нет. Ты думаешь, ты в поход идешь, да? Обувь. Для обуви тут есть. Ну не доставай, ты забудешь, потом я тут есть ворона белая. Да. Конечно. Ну и кто-нибудь уже бывал с 5. Ну как хочешь. Все, мы пошли. Протираю лицо и пошли. Думаешь, за ночь столько снега навалило? Ну, вчера еще. Вчера еще, да? Сегодня на сколько градусов холоднее? На 6. 5-6. 5-6 холоднее, чем вчера. Ой, как хорошо, что мы вчера на Красную площадь сходили. Сегодня. Не исключено, да? На Никольской не были. На Никольской не были. Мне в Sunlight надо. И в ремонт, и ювелирный. Ювелирная мастерская в ремонт нужно. И в Sunlight. Хочу сережки себе справить. С бриллиантами? С топазами. Голубые камушки топазы же, да? Ты потерял, что ли? Угу. Похоже, хочешь. Очень мне нравятся они. В Пятёру зашли, в бесполезный магазин. Бесполезный вот. Господи, я одно что сегодня это в подъезде чуть двери не сломала. Забинкова привезет котлеты и чебуреков. Поэтому мы так, налегке. Мне кажется, они каждый день по одной коробочке выставляют. Я вчерашний салат съела. Так, 11-е, 12-е. 4-го, 12-го сделан. Прекрасно, возьму его. Возьму его, пусть будет. Я хочу. Я в Турции такого не поем. Ага. На меня тоже пицца. Все, я больше ничего не буду. И буду ждать чебуреков Ленкиных. Что ты, пакеты ищешь? Так. Так. Кофе у нас есть, чай есть. И не надо больше ничего. Можно было по одному сходить? Тебе-то мало будет, давай я сразу. Это. Тебе мало будет одной. Чебуреков дождешься? Я салат. Хлебушек там у меня есть немножко. Если что, я с пиццей. Нет, Артём, нет, сладеньких не хочу. На улице холодно, в помещении заходишь, сразу же жарко. Невозможно. Такой климат вообще. Сегодня сама за себя плачу. Вчера кутила за чужой счет. Сегодня настояла. 578 рубчиков. Проверил что-то. Ну, что там оно? Пирожное, Пятерочка, салат сельдь под шубой, томаты с базиликом, вода новотерская. Все правильно.
Тебе прям плохо? Ну надо, если... Давай из-за Бинговой скажем. Ну она во сколько приедет, мне надо натощак. Давай я пошла, ты иди. А я потом как-то найду. Я тебе скажу пароль. Не, я имею в виду тут пройти. А я не знаю, Артём. Тебе не надо ничего. Не, ну я если алкоголь буду пить, мне потом будет плохо. А, да? Ну иди тогда. Давай зайдем в пятерку, там тепло, ты посмотришь локацию, как проложить путь. И обратно. Нормально, в принципе, не холодно. Где-то в промзоне, да? Это как райончик называется? Где мы находимся? Кунцевская. Метро Кунцевская. Вот оно прям. Вот очень близко, где-то вот там вот. Очень близко. Ну, я не знаю, там можно пойти по этой промзоне или нет. Вот, для человека там есть пешая доступность или нет? Тёмка смотрит адрес ближайшей аптеки. Приехала. Артём пошел в аптеку. Какой-то сбой был с лифтами. Я ехала с соседями. На пятом этаже они вышли, на восьмом этаже вышли. И что-то какой-то сбой был с лифтом. И мы так долго ждали. Блядь, опять сверлят. А Артёмка, короче, пошел в аптеку, потому что ему нужно выпить какие-то таблетки натощак. Сейчас придет. Я пришла. Запечатаюсь нахер. О. Кофе. Артём вернулся, уже переоделся. Забинкова на подъезде. Это мы к шампанскому, наверное. Да? Клерчики. Салат я сейчас и пиццу я сейчас. Кофе, у меня йогурт тоже есть для улучшения пищеварения, чтобы побольше чебуреков влезло. Артём, ты кофе или чай? Чай. Будешь кушать перемывать? Я думаю, что большую. Большую? Стакан? Да. А, ну давай, делай, что хочешь. Я из-за кошки вчера пила. Я кофе и сладкий, и чебурек буду есть. Сваты, с голыми ногами сижу, Тёмка здесь, да, жрём, кофе, ты пиццу, йогурт ел? А я салат, не хочу ничего, ни эклеров, ни хуеров. Хочу кофе и хочу салат селедку под шубой. Можешь с собой купить? Селедок под шубой? Срок годности же есть. Срок годности же есть. Месяц мог стоять.